РМРФ обеспечит запас хода на 805 км от одной батареи, даже без учета запланированного расширения батарейного отсека. При этом обеспечиваю полезную нагрузку в 1225 кг и буксировку в 6350 кг. РЭМ явно одержима стать лидером среди производителей электрических пикапов. РЭМ-РЭФ оснащен полным приводом с отдельными передними и задними электроблоками. Каждый из блоков включает в себя двигатель, коробку передач и инвертор. А модуль передней оси поставляется в комплекте с автоматическим отсоединением колес, что обеспечивает грузовику внедорожные возможности в подходящих условиях. Модуль заднего привода включает в себя опцию электронной блокировки дифференциала для улучшения сцепления в скользких условиях. Стандартная пневмоподвеска с четырьмя углами активного выравнивания подойдет как для дороги, так и для бездорожья. Грузовик обещает преодолевать 61 см воды вброд. Всем удачи!